всем привет. Как и обещали, готовим мясо на решетке быстро. И поберем угли, в данном случае, с бани. Сейчас яркое солнце, не видно, что они светятся. Главное, что быстро, и надо покупать сразу же мясо. Приготовлена уже свининка. Дрова, кстати, надо пожарче, конечно, наверное, чтобы быстро схватилось. Сейчас я еще добавлю. Вот угольков добавил. Надо, чтобы резко схватилось мясо. Вот оно уже сразу. Чтобы не уходил сок. Это свиная вырезка. Да, еще об дровах. Дрова береза и смесь плодовых здесь деревьев. Всех я специально обрезаю. Не выкидываю, потолще оставляю на шашлыки, на мясо. Яблони, груша. Ну и все лиственные, кроме елки, конечно. Вот быстро схватывается. Надо, чтобы резко схватилось, сок меньше уходил. О, теперь много углей. Как в неуловимых мстителях, блин. Мало-много. Переборщил теперь чуть-чуть. Обычно я в бане накладываю, но сейчас, чтобы вынести, показать уж ведром. Это свиная вырезка. Готовится очень быстро. С маринадами. Ну, про маринад сейчас жена скажет. Так, ну маринад, он, наверное, многие уже и пользуются таким маринадом. Значит, режется луковица большая, затем добавляем соль, перец, чайная ложка горчицы, столовая ложка майонеза. И где-то пару столовых ложек будет у нас растительное масло. Все это хорошенечко пожулькать. Горчица немножечко остроты дает, нам нравится. Кетчуп мы не добавляем, это уже в свежем виде, кто хочет, кто не хочет. А так маринад, конечно, ну, приемлем. Это, можно сказать, не шашлычный, а для жарки мяса. А уже в следующем ролике мы покажем, как шашлычный и маринад готовится, и как шашлыки, ну, можно, конечно, интересный и на решетке. Маринад, да, сказать. И он такой будет немножечко своеобразный маринад у нас, но мы вас познакомим с ним. Это уже в следующем ролике будете будем смотреть. Это уже будет шашлычный вариант. Это просто жарится, мясо просто жарится в таком, как бы, маринада соусе. Ну и... Ну, в принципе, это основное ты сказала. А что быстро, это вот берете, дача у всех есть, или с печки, или с камина. И процесс пошел. Не надо ни углей, ни покупать, ничего, тем более плодовые вкусные деревья, можно так сказать. И в то же время вырезка, которая готовится очень быстро, наверное, хозяйки знают, уже как бы были знакомы. И в то же время не жирная, это... Ножик-то не взяли. Для всех. Ничего оно, страшного. В принципе-то, уже готово. Да, она элементарно. Здесь немножко даже, да, углей надо было чуть поменьше. Много-мало переборщил теперь. Ну вот минуты три прошло, наверное. Практически уже и готово. Ну, можно чуть-чуть еще подрумянить. Тут лук схватился. За и чтобы не успею сходить домой. Да, не... А что ты ножиком хотел? Сок показать, что ли? Ну, посмотреть, она... да. Нет. Да, в принципе, уже и готово. Практически. Ну, спасибо за внимание. Все интересное впереди. Смотрите канал. До свидания.